всем кукушки, дорогие друзья, сегодня с вами, допустим, это очередной матч WWE 2K19. Сегодня это пятисторонний матч. А почему именно такой матч? Потому что я хочу для начала опробовать все виды матча, которые есть в этой игре. Один на один у нас был, это Hell in a Cell матч, Roman Reigns против Seth Rollins. 2 на 2 у нас, по-моему, еще не было. Это еще ждет нас впереди. Triple Threat был это самый первый матч, Fatal 4-Way это прошлый матч, пятисторонник не был, шестисторонник это будет Elimination какой-нибудь, восьмисторонник был, Handicap был, Royal Rumble был, Tournament тоже впереди будет. И что же будет за пятисторонний матч? Это будет Ladder матч. И кто же в нем будет принимать участие? The Cruiserweight! А, то есть Cruiserweight у нас Adam Cole Cruiserweight? А может быть. Ну что же, давайте попытаемся выбрать тех для начала. Я не знаю, давайте посмотрим, кто... Кого мы видим в этот матч, кто еще не был в прошлых частях, я, по принципу, хочу их опробовать. Акира был, Айри Дайвари не было, Бабби Фиш, Сенрик Александр, Чад Гейбл, но Дрю Гулака не было, то есть уже двое. Финн Балор, Джек Галлахер был, Гранд Металлик был, Фитео был, Джонни Гаргано был, Калисто был, Кайло Райли. Линдса Дорадо третий, Мустафа Али четвертый, и последний это у нас... тоже, ну, Рэй Мистерио, нет, я хочу именно вот из Крузервейтов и поставить им за, матч за титул, но поскольку у нас титул держит никто иной, как Сенрик Александр, если он еще не проиграл его, он, по-моему, его не проигрывал для меня, в моем мире, то да. А, ну, как раз и пятый Сенрик Александр как держатель пояса. Собственно, пойдем по порядку, то есть вот пятый это будет, ну, вы, надеюсь, поняли меня, потому что я сейчас не особо забылся. Снова кубик, и он решит нашу судьбу. Я буду играть за пятый номер с конца. Это у нас какой был? По-моему, Мустафа Али или кто? Сейчас скажу. Да, я буду играть за Мустафу Али. Так, ну, остальное, в принципе, попроще. Выбираем тех, кого изначально взяли Дайвари. Сандрика Александра давайте возьмем как чемпиона, чтобы у него забрать титул. Потому что... В реальной жизни он уже отдал титул Бобби Морфи. А в реальной жизни он отдаст кому-то из нас. Я не верю в его победу, выиграю, конечно же, я. Но Дрю Гулак еще. И последний, кого мы отмечали. Сейчас снова его найдем. Линдса Дорадо, конечно же. Линдса Дорадо, вот он. Так, матч будет проходить... На чем бы проходить этот матч? Давайте не NXT, NXT уже был, давайте 205, что это за Велосити, а что это за арена такая, 2003 год, наверное, как-то с Ликом Флэром связан. А, нет, почему, с Дэнни Варенами, скорее всего, 205 лайв. Биг Хэд пока не особо хочу испытывать, зачем, Энтранс, конечно же, да, и матч это будет за титул легковесов. Сандрик Александр будет оставить свой матч, ладдер матча. Удачно ли он его отстоит? Скорее всего, нет. Я не верю в ее победу, потому что посмотрите на этих легковесов. Смотрите на вот этого Шреддера в центре, который просто готов убивать как ниндзя, который готов разрывать и метать как Тони Низ, потому что у него тоже 8, ну как, 6 кубиков и 2 на грудника, скажем так. И первый участник это я.
Daivari, also the younger brother of former WWE superstar Sean Daivari, but Ariel's done a very good job of paving his own path in WWE. Gulak's in the house. And introducing the challenger from Philadelphia, Pennsylvania, weighing in at 193 pounds, Drew Gulak. The fact is, Drew Gulak is a skilled mat technician. He pays great attention to detail, especially when it means manipulating the human anatomy. Has he ever cornered you in the locker room area? Once? He got me, too. Most miserable experience of my life. No doubt, though, that he can get it done in the ring. Hey, it's a Lucha House Party. Yeah, we're all invited. And introducing the challenger from San Juan, Puerto Rico, weighing in at 168 pounds, Lince Dorado. The former middle school math teacher turned a WWE superstar. Part of a pretty exciting group of 205 Live. You're talking about the loser house party? Indeed. It's called Lucha House Party. Pretty cool math. Zach, you're telling me this guy used to teach other people math? Yes. Then why does he still use a litter box? You have some nerve. You know that? Here's a man who's put the cruiserweight division on the map in WWE. The soul of WWE's cruiserweight division. And introducing the champion from Charlotte, North Carolina, weighing in at 200 pounds, he is the WWE cruiserweight champion, Cedric Alexander. Man's got hydraulics in his legs and dynamite in his fists. Cedric Alexander is fun to watch. Is Cedric Alexander no doubt one of my favorite superstars? Well, I gotta admit, guys, I kind of wish that whole relationship deal with Alicia Fox would have worked out. Я сейчас хочу уточнить то, что я вначале сказал, что хотел выбрать тех, кого еще не было, но чисто технически Линдси Дорадо был, но он был в Royal Rumble, и то так очень коротко, так что даже не считается. А Тони Нис, хоть его и не было в прошлых частях, но он был в предыдущем матче, посмотрите его, ему, возможно, вам даже понравится. А тем временем... Эти... Ну нет. Знаешь, хотел я уже было переигрывать этот матч, как только вдруг вспомнил то, что 2К говорили, что они ввели новую функцию, можно переключаться между рестлерами, когда ты этого захочешь. Вот она функция. Контроллер Assignment. Нажимаешь сюда и выбираешь, за кого ты хочешь поиграть. Кстати, а давайте... Нет, я рандом уже решил, что Мустафа Али именно тот, за кого я буду нагибать всех и вся. Погнали! Иди сюда, Сандрик Александр. Кстати, полезная функция 2К, потому что я помню, кто-то писал когда-то, да, еще две части или три части назад, как хорошо-то это было. То, что хорошо бы это было увидеть, но я подумал сначала, что это какой-то бред на самом деле, потом подумал, что если ты реально хочешь показать хороший матч, то почему бы и нет. А где мои звезды? Почему они не начисляют звезды за мой матч? Ну ладно, в принципе, оно и не важно. Смотрите, конечно, Мустафа Али спокойно раздает. Ну да, в этом матче немного видно слоумо, но 5 человек, оно... Простительно, ладно. Не то, что в Хелл гребаном ЛНС зале, где должно было быть. Так, а тем временем, блин, Дорадо. Дорадо, ты же не дойдешь до угла. Дорадо, ну Дорадо. Дорадо, Эль Дорадо. Не, дошел, посмотрите-ка. И удачно, ух, как армдрак почти что проводит нам. Блин, Дорадо. Эль Дорадо, на меня тут нападает. Все против меня, все против этого машины. Машины для убийств.
Ну, кстати, заметьте, вот трое из нас похожи, в принципе, одеждой, то есть труханы и сапожки. Вот, и я полностью одет, а Линдс Дорадо в штанашку выступает. Так что мы, конечно же, мы изгои с Линдс Дорадо. Он еще и в маске. Линдс Дорадо, не надо. Пожалуйста. Вот видите, вот 2К, вот так вот надо делать, чтобы Линдс Дорадо, если бы даже хотел помешать, он бы не мог это сделать. Это же хорошо. Так, пока что мы крутим тут сальто. Кто у нас тут? Садрик Александр, здравствуйте. Че, чемпион, ты думаешь, молодец? Ой, ты кого ударил? Дело провел, чоп, нормально, нет? Ну-ка, не сюда. На-на! Не про... Да хватит меня. Знаете, все на меня ополчились. А Дайвари, ты-то куда? Нате, Франкенштайн. И, смотрите, мы с Линдс Дорадо раздаем всем люля. Может, могем? Хулигана! Хулиган рано пати! Так, кто у нас там? Садрик Александр. Ну, я же сиганусь. Ну, ай, Дайвари, Дайвари. Взял и Дайвари мне сделал. Что же происходит? Так, а тем временем у нас как по реверсу? У всех 4 реверса, кроме Айда Дайвари. Он пока что аутсайдер в плане реверса. А реверс тут, как по мне, очень сильно решает. Чему я сейчас переключился? Я же... У меня же есть это... где это? Матч.ру и вот это? Нет. Это... Ё-моё, options, да? Таргет. Сами... Нет, у меня не авто, у меня вот мануалити у всех. Я же настраивал это в прошлом матче. Либо нужно будет, видимо, снова в главном меню выйти, чтобы... Да. Потому что вот это сейчас опять-таки плохо, когда комп на автомате переключает. Вот видите, он сейчас выпал за, на ринг, а я за ринг, я все равно могу вот сделать вот так вот, отличный кроссбоди. Вот это гораздо удобнее переключать самому на правый триггер, если кому интересно. Гораздо интереснее и удобнее. Кому ты идешь? Если идти ко мне, то ты будешь получать сидеть. Тут как бы все очевидно и логично. Запрыгивай быстрее. Но я не успел, я хотел с ринга сейчас сигануть, но опять-таки Дрю Гулаг всегда все портит. Какой он плохой паренек. Кстати, когда я вот убрал это сами авто, по-моему, и рестлеры стали более адекватнее. Возможно, у них тоже это регулируется, в плане они как... Шестые и седьмые игроки идут, может так? Вряд ли, мне просто кажется так. Я буду верить в лучшее, то, что можно даже это не поменять игрока, но нет. Мне кажется, не работает. Но пока что Мустафали удачно раздает. Я уже, конечно, у меня силенок вообще никаких нету. Давайте тогда выкинем за ринг. Выкинем? Я просто почему замолчал, сейчас выкинем или нет? Нет, не выкинем. Перепрыгнем и... Ну, отличный, просто ногами раздает у нас Мустафа Али, как... Кто у нас? Как Брок Леснер суплик сформировал. Вот так вот. Такое сравнение, конечно, не сойдет. Мы пока за ним отдыхаем, никому не мешаем, пока Дрю Гулаг пинает Садрика Александра. Что у нас по сигнам? У меня вроде как сигна была, а у остальных пока что ничего, ровно ничего. Ну, потому что, конечно, Мустафа Али раздавал. Он имеет право иметь сигну. А что будет, если я прямо сейчас нажму на эту обилку? Я get апнусь или нет? Давайте проверим, у меня есть payback, ну-ка. Нет, ее нельзя нажать, окей, хорошо. Видимо, именно здесь нужно либо на буквей нажимать. Я знаю, что сейчас, если бы я нажал на буквей, я бы встал, да. Но я вот именно хотел payback сюда активировать, который вот, как я понял, неожиданно вставание, назовем его так. Нет, лестницу я не буду закидывать. Зачем им лестница? Хочу делать одну вещь, которая еще в той части доступна, но я ее редко использую. Где? 2К. Я не могу. Почему? Это обидно 2К. Очень обидно 2К. Я хотел достать лестницу и положить ее на security wall на ринг. И дропкик получается, Рик Александр. Отличный дропкик. А, смотрите, оценили? Надеюсь, вы оценили. Я это оценил. Ой, это Сесплентон Бон. Я просто раздаю, как и Линдс Дорадо, но Линдс Дорадо получает обратно от нее. Ну или на Грейтер, да. Опа. А это уже Шейн Макмен. Нет, не Шейн Макмен, другой Шейн Макмен. Ну да ладно, не будем сейчас о таунтах, а будем о том, что все пятеро находятся на ринге и меня избивают Дрю Гулаг. Обидно, да? Когда тебе все пятеро на ринге, но тебя избивают именно Дрю Гулаг. Дрю Гулаг, конечно. Давай. Ага, купился, да? И снова Хурикан Раны, а.к.а. Франкенштайн. Не понимаю, что мы фича. Напишите в комментариях, если знаете, что мы фича. Будет интересно читануть. Так, давайте посмотрим, как... Почему у меня переключается очень странно? То он некоторых раз уже пропускает, это раздражает. Почему не по порядку, как раньше? Типа я нажимаю 4 раза, и там очевидно, среди 4 должен быть Линдс Дорадо, но его нет. Да, странно работает. Либо я что-то не понимаю. Да.
Ой, похоже, Дрюгу было больно в кубках. Нет, у нас одна лестница всего, а где их же обычно всегда по две было. Она где-то лежит за рингом. Ох ты, охренительный. Прием сейчас у Дрюгулока был прямо на кончик лестницы, ударился головой Линдса Дорадо. Это было очень неприятно. Я свистнул у него финиш. Вот это неудачный Гулок и получает от меня дропкик. Давайте проверим. Сигна у меня не на лежачего. Давайте просто сделаем что-нибудь. Не сделал мне ничего красивого. Дрюгулок, очевидно, против. Это неготник у нас Дрюгулок и получается печень. Либо же под ребро, кому как интересно. Ну-ка. И не набегу. У меня сигна не на лежачего, не набегу и не на стоячего. Значит, скорее всего, стоячего каната. Ну, конечно, уже Хайфлайер у нас все сигны и финишки должны быть третьих канаты. Кроме Тони Низа, который из своей сигны просто может заткнуть за пояс и Брока Лестера. Так, иди сюда, Линдс Дорадо. Дорадо Линдс. Бам. Бам. И еще и лестничку у него ранее. Физика предметов 2К так и осталась. Они до сих пор намыленные и состоят из воздуха. И нет, центральное колесо реверсирует. И не дает мне повести супер. Он проводит вот этот бросок дракона. Не знаю, как называется прием, но эффектный эффект. Его делали Сэмми Зейн и Бэкки. Его все делали. Запоминающий прием и интересный. За лестницу у нас дерутся. Ай, давай, Дрюгулок. Дрюгулок уложил всех. Он пока что не спасает на ногах. Но это ненадолго. Сэндрик Александр. Сложно комментировать, когда не понимаешь... Что вообще происходит? Линдс Дорадо, будет ли прыжок за ринг? Будет! И это... Не будет! Ах ты, Дрюгулок! Ну хотя Дрюгулок... А что будет делать Дрюгулок? Давайте сделаем вот так. Ой, the back suplex отлично Дрюгулока. Прям хорошо. Но вот нехорошо то, что я на сцене Александра хотел прыгнуть вообще. Игра, господа. 2К, понимаете, если я переключен на сцену Александра и как сказать, и прыгаю в канат, это значит, что я хочу оттолкнуться от канатов и прыгнуть на сцену Александра. Вот как сейчас, например, отличный лунное сальто от Мустафалы. Кстати, парень, который может иметь 3 финишера в кармане, это отличный. И еще одна хуликан рана. Смотрите, что же творит Мустафа? Давайте посмотрим, что у меня есть. Есть ли у меня сигна с третьего каната? Нет. Тогда у меня вопросики. Ну ладно, а тем временем лег-дроп. Такой лежачий лег-дроп, очевидно, да? Линдс Дорадо, что мы тут делаем? Линдс Дорадо, оно того не стоит. ОМГ у меня, конечно же, нет, потому что я не могу включить свой сигн, это раздражает. Так, Линдс Дорадо толкает меня. Не до конца он меня толкает, я тебя сейчас сам столкну, Линдс Дорадо. На! Вообще, мы добивочка, и это... Скидываем его и... Линдс Дорадо, лови меня, кирпич, элбоу дроп прямо на спину с лестницы. Это просто... Ох. Знаете, Мустафа Али просто не устает, он просто раздает всем эффект за секунды. Ему не нужна передышка, ну ладно, ей нужна одна секунда. Все, одна секунда пошла, он продолжает дальше раздавать бэк суплекс. Нет, не продолжает, смотрите, решает Дрюгулок. Но не получает Дрюгулок, реверсирует просто как может. И что же это? Это его сигна, да? Бау, да, мне нравится его сигнатурму, такой тоже силовой довольно прием, который смотрится довольно типично. Так, и остается 4 на ринге. Линдс Дорадо, Дрюгулок, Мустафа Али и Седрик Александр. Так, перехватили инициативу оба, и оба пошли на лестницу. Нет, Линдс Дорадо пытается столкнуть. Так, понятно, мне тут нужно... Так, система лестниц не поменялась. Ну, в принципе, она вполне себе работает, зачем ее менять, согласен. Давай с двух сторон. Ну-ка, оно сполз оттуда. И теперь моя очередь залезать. Та-да-да-та-да. Дорогу Мустафу Али. У меня есть ОМГ? ОМГ, пожалуйста. Нет ОМГ, вы серьезно? ОМГ с этим канатом? Нет, Линдс Дорадо, ты меня не путай. Так, а где у нас? Я хочу сигануть, успею. Нет! Я вот почему я так шпилил, я хотел на Дрюгулока сигануть. Сейчас меня столкнулись, я бы на Дрюгулока сиганул, было бы охренительно. Но вот опять-таки, система таргетов как-то немножечко не так работает, как я хочу. Она превращает на того, кого игре хочется, а не на кого, кого я. То есть, смотрите, Дрюгулок, Айри Дайвай, нет, сейчас вот нормально работает. И вот снова Айри Дайвай, а где Сандрик Александр? Простите, я хочу на Сандрик Александра прыгнуть, и что теперь мне делать с этой информацией? Так, Дрюгулок, стой на месте, пожалуйста. Как, почему я промахиваю?
То есть они сделали так, что чтобы не было вот этих вот странных пролагов, когда ты... Окей, у меня сигнал все-таки настоящего есть, но, видимо... Видимо, в углу. Видимо, на ринге она делается в углу, скорее всего. Так, и сигна моя не прошла. Отлично. Мне кажется, не сигна. Я забыл свою мысль. А, в прошлой части, даже если человек стоит вплотную к рингу, а ты там за рингом и сигаешь на него, и ты никаким образом не попадешь, что он телепортировался на то место, чтобы ты попал. А здесь они это починили, то есть больше сделали по... как сказать, по жизни, в общем, по физике. То есть, чтобы рестлеры не телепортировались под удар, они просто стоят, и ты не попадаешь. С одной стороны, это более правильно, с другой стороны, ну, как-то нужно прям подгадывать, когда нужно прыгнуть. Дрюгулок, 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 дрю, 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 не Макинтайр даже. Даже не Макинтош, как говорится. Да все, уходи, Дрюгулок. Тебе тут не рад, Дрюгулок. Пошел вон, Дрюгулок. Да, спасибо. Ага, на что ты надеешься? Ты че, ты че, ты че, ты че, ты че, ты че? Не-не-не-не-не, это же он может. Нет, не может. Пошел. А? Что это такое? А, мне объясняют. Да, спасибо. Видимо, я случайно. Ну, давайте попробуем, почему я. Легчайший вин. Я говорю. Легчайший вид. Сейчас попаду. Вот сейчас. Нет. Вот сейчас. О, все. Мустафа Али побеждает и становится новым легковесным чемпионом. Да, возможно, матч довольно-таки маленький, довольно-таки сумбурный. Мало приемов было, но... зато вы теперь знаете, то, что система с предметами также работает немножечко намылено, но кстати, ничего не поделать. Обидно, конечно, но не настолько. Поздравляю Мустафу Али с победой. Возможно, даже заслужит. Я должен каждый сам решает, достоин ли он Крузервайт чемпионство или нет. Я ни одного сигнатура, ни одного финиша не провел. Что за будет? Чемпион. Али. Ну что же, поздравляем Мустафу. Следующий матч, скорее всего, будет Elimination какой-нибудь. Можете даже вариант не писать, потому что записываю все залпом. Скорее всего, NXT-шники у нас добавили. Ну, посмотрим, в общем. Ну, такой вот матч. Если вам понравилось, вступайте в группу ВВЕ, заходите на наш канал, подписывайтесь на него, ставьте лайки и там, и вообще делайте, что вам дозволено, потому что вы свободный человек, свободный квартире. Да, Сидос!